Mitsubishi ASX 2014 года, установленная магнитола фирмы Red Power 21026B, без DVD-привода, с 10-дюймовым экраном. Экран емкостной, высокого разрешения, работает от легкого касания. Вот. Также мультитач присутствует, несколько касаний, то есть можно двумя пальцами приближать, отдалять, также там вращать карту, ну, всевозможные операции. Магнитола встроенный Wi-Fi, соответственно, интернет подгружается, пробки. Вот сейчас Яндекс.Навигатор у нас запущен. Ну, вот. Потом все функции штатные автомобиля поддерживаются. Управление с руля. Флешка USB штатная в бардачке. В родном месте все подключено pin-to-pin. Вот. Потом масса заводских настроек автомобиля. То есть, допустим, там включить этот, настройка яркости от света при включенных фарах. Вот. Потом штатная камера оригинальная поддерживается pin-to-pin, то есть ничего не надо перекручивать, провода переделывать. Вот. Это родная камера показывает. Дальше, что еще было установлен? Также был сюда дополнительно цифровой ТВ-тюнер фирмы Red Power. ТВ-тюнер полностью синхронизирован с головным устройством. Вот. А это значит управление на руле, переключение с кнопок руля каналов телевизионных. Вот. И также управление ТВ-тюнером с сенсорного экрана. Очень удобно, не нужно использоваться никаким дополнительным пультом. Ну, также здесь присутствует Bluetooth, встроенная память, куда можно устанавливать приложение Android самой последней версии с перспективы на обновление на свежий. Вот, Play Market. Ну и все. В принципе, все.